Подъем ног – это отличное упражнение для укрепления и придания тонуса мышцам брюшного пресса. А если мышцы в тонусе, то живот становится плоским, а талия узкой. Основную максимальную нагрузку получает прямая мышца живота. В зависимости от наклона скамьи будет меняться величина нагрузки на мышцы пресса. Лягте на скамью ногами вниз. Возьмитесь руками за рукоять, ноги не касаются пола. Поясница прижата к скамье. На выдохе слегка согнутые в коленях ноги поднимите вверх и немного оторвите таз от скамьи. На вдохе медленно опустите ноги в исходное положение. Старайтесь выполнять движение плавно, акцентированно медленно опускайте ноги. Именно на этой фазе движения вы почувствуете, как работают ваши мышцы пресса. Обязательно отрывайте таз от скамьи. Подъем ног в упоре на локтях. При выполнении подъема ног в упоре на локтях сохраняется отличная нагрузка на пресс. Немного больше чувствуется нижняя его часть. Слегка согнутые в коленях ноги поднимайте как можно выше и немного выносите таз вперед. Опускать ноги нужно также акцентированно медленно и не до конца. При этом упражнении одновременно происходит подъем ног и подъем туловища. Отлично работает вся прямая мышца живота. Слегка держитесь за скамью для сохранения равновесия. Не опускайте до конца ноги. Не запрокидывайте голову назад. Инерция делает упражнение бесполезным. Не прогибайте поясницу. Люди довольно сильно заблуждаются, когда думают, что тренируя пресс, сжигают жир на животе. Не повторяйте эти ошибки.